четвертый Arctic Cup. Четвертый раз я буду вести этот турнир. Я не знаю, такой атмосферы, как в Дудинке, нет нигде. Там, условно, я выступала на чемпионате мира в Лос-Анджелесе, на чемпионате Европы, да, много где я была, много соревнований посетила как спортсменка, как журналистка. Но вот что-то особенное есть в Дудинке. На самом деле это очень круто, что проводят именно в глубинке, потому что как раз там и нужно развивать спорт, и не только кёрлинг, но и другие направления.